12 метров размах сеялки. Чтобы лишний раз не ходить по полю, бункер загружен. 2000 кубометров семян и 6000 кубов удобрений. Зерна кукурузы заглубляются до влажной почвы. Технологии отработаны. Семена как импортной, так и отечественной селекции. Подготовка к севу прошла благополучно. Условия хорошие для сева. Влага имеется, температурный режим тоже позволяет сеять кукурузу. Почва прогрелась у нас до оптимальных температур. Также и в целом по области. Ситуация пока радует и земледельцев, и главу Минсельхозпрода. Ранние весенние культуры мы уже практически посеяли. Это ячмени, горохи, все, что высевается рано, сахарная свекла, ранний картофель. Эти мероприятия уже завершены. Сейчас приступили к посеву подсолнечника, кукурузы, других пропашных культур. И, в общем-то, идем по графику лучше прошлого года. Хорошо это или плохо? В прошлом году мешали дожди, в этом году их не хватает. Трещины сигналят о недостатке влаги, но дожди, по прогнозам, на подходе. Кому уж как распорядится небесная канцелярия. А в этом хозяйстве используются влагосохраняющие технологии. У нас еще 505 гектар подсолнечника по нулевой технологии. Там влага точно есть. Там влага точно есть, да. Мы уже гербицидную обработку там провели глифосатами. Вот, как заканчиваем кукурузу, сразу же переходим на сев подсолнечника. В хозяйстве 15 тысяч гектаров пашни. Вся земля используется с оптимальным результатом. 500 рабочих заняты в основном в животноводстве. Электроника в полевых машинах заметно сокращает и облегчает труд механизаторов. Треть сотрудников – молодежь. Зарплата самая высокая в районе. Чтобы ее платить, здесь сознательно идут на снижение рентабельности производства до 1%. Чем выше заработная плата, тем ниже рентабельность. Ну, то есть вот напрямую. Все остальное пошлины у всех одинаковые, затраты примерно одинаковые. Цены на ГСМ все-таки сегодняшний день контролируются. И что интересное, мы тоже отметили, в этом году на 10% ниже, ну, в среднем по рынку стоимость на средства защиты растений. А естественной защитой являются лесополосы, которые тут удивляют своей новизной и свежестью. За свой счет высажены хозяйством эти зеленые охранители урожайных полей. Как пример многим. Татьяна Бочарова, Андрей Токарев, Первый Ростовский.